Знакомься, это мои родители. Маша. Очень приятно. Для меня огромная честь оказаться в вашем доме. У вас тут как в ГУМе. Здесь у нас малые голландцы. Неплохо для детей нарисованы. Константин сказал, что вы художник-визажист. Я мейкапер. Высоколобые снобы! И ты туда же! 5 вилок они разложили! У меня, блин, на весь подъезд было 5 вилок! Это печально. А, это печально? Ты себе какую-то штуку в голову ставила? Программа работает просто идеально. Этот чип увеличивает интеллект. Темпор мутантор, этнос мутамор энелис. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Я Татьяна, заместитель Константина и по совместительству его девушка. Это будет интеллектуальная месть. Я посмотрел на тебя совершенно другими глазами. Она раньше была совершенно тупой. Она над словом «Кафка» минуту в голос смеялась. «Кафка!» Мне нужно, чтобы она в вас влюбилась. Вообще, понимаете, что вы мне предлагаете, а? Потому что я продюсер, я актер. Я буду вам очень благодарна. Совсем никак, да? Завтра ужин с его родителями. А что, если его программа даст сбой? Сейчас тестируем чип на все-все-все возможное. Начали! Ты над моей ухмылкой усталый. Ты склонишься с печалью запоздалый. Контрольный в голову. У меня чип сбоит, вообще ничего не работает. Все снова заседают, но я только ей доверяю. Я... По-моему, это Юрий Шатунов. Ты же просто, ты энциклопедия, красивые обложки. Снова появляетесь. Вы, как змея, просочились, проползли в нашу семью. Понимаешь, что наш великий план мог накрыться? Да я уверен, ты что-нибудь придумал. Девчонку он. Очень смешно. У меня к вам просьба. Пожалуйста, не говорите никому, что я вам не понравился.